Горнолыжный сезон в Сочи ставит новые рекорды. Всего в праздничные дни на краснополянских склонах побывало более 163 тысяч лыжников и сноубордистов. В горный кластер въехали 15 тысяч автомобилей. Несмотря на такую нагрузку, вся туристическая инфраструктура работала как единый механизм. Вопросы, которые были вынесены, это транспортная логистика, обеспечение, свободное обеспечение транспортом, это медицина. Это массовые гуляния, это вопросы, связанные с нормальным жизнеобеспечением при размещении в отеле и проживании в отелях, это вопросы питания и вопросы общественного порядка и безопасности, и последнее – это вопросы коммунального жизнеобеспечения. Отлично справился с потоком туристов городской общественный транспорт. Интервал движения автобусов в Красной Поляне составил 5-7 минут. Из центра Сочи в горный кластер до 20 минут. Оправдал себя так называемый единый ски-бас. Лыжники и сноубордисты оценили все преимущества альтернативного вида транспорта. Специальные автобусы курсировали между курортами Красной Поляны и бесплатно перевозили туристов. В целом в Сочи в новогодние каникулы отдохнуло более 500 тысяч человек. Из них в горном кластере около 359. В этом году на 1% туристов больше, чем в прошлом. Есть и новый рекорд. В один день на одном из горнолыжных курортов одновременно находилось 16 тысяч человек. По словам заместителя главы города, серьезных сбоев в работе городских структур координационным штабом не выявлено.